ремонт домашнего кинотеатра. В общем, обнаружил один дефект. Один канал не работал, выход вот этот вот. Почитавший в интернете пару дней, нашел схожие проблемы и решил отремонтировать сам. Для этого разобрался потроха. Ну, вот тут вот видим. Тут выходные схемы. Вот эти часто летят. То есть я замерил напряжение на выходе. Показывал. Надо было узнать, какой транзист, ну, какая микросхема у нас вышла из строя. Тоже для этого я тоже на сайте вычитал на одном, что визуально так не видно ничего было. Что если, допустим, дотрагиваться до какой-то ножки, точно сейчас уже не помню, но я вот до этой дотрагивался, то на колонке, если работает рабочий, то будет шум. Ну, то есть я во время, когда он был подключен, дотрагивался до ножки, и, допустим, в колонке был шум. То есть так я вычислил, что вот этот работают, а вот эта микросхемка не работает. Когда я ее открутил, вот от этой всей фигни, стало видно, не знаю, попробую фотку сделать, когда выпаю, что там трещина на ней вроде бы видна. Ну, посмотрим, что будет. Сейчас попробую выпаять и заменить новую. Ну, вот и выпаяли эту микросхему. Осталось только заменить. Вот и все. Пайки я не специалист, но удалось припаять. Сейчас попробую собрать и проверить, устранился ли этот дефект. Ну вот, я все припаял, собрал это наполовину чудо. Сейчас будем проверять. Надеюсь, слышно, эта колонка работает. Вот это тоже. Все. Зашибись. Все работает. Вот так вот я вычислял микросхему, которая вышла из строя. Подключил все колонки, включил и дотрагиваясь до ножки. Тут, не знаю, видно будет на видео или нет. Слышно? Вот это сам буфер. Вот эта колоночка. Вот это. Слышно помехи. То есть я так вычислил, что вот эта микросхема была нерабочая. Сейчас я ее заменил, все работает. Произвожу сборку дальше. Ну вот, осталось только собрать. Ну вот, все и собрал. Опять проверяем. Все колонки поют. Получилось, что вылетела микросхема вот такая вот, марка D2030A, также TDA 2030, цена
вопроса. Микросхемка стоит от 22 рублей. Я ее взял за 49 рублей, так как у меня не было времени ждать и заказывать. И вот за 49 рублей обошелся ремонт. Сколько бы с вас взяли в сервисном центре, но я думаю, не меньше 1000. Там стабильно берут от 1000 и более. Вот и все.